Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас программа «Логистика 2.0», и мы ее ведущие Кирилл Власов и Ольга Ешенина. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Вера Феченко, Country Operational Manager компании «Манго Раша». Здравствуйте, Вера! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о том, как развивается логистика в фэшн-ритейле. Вера, расскажите, пожалуйста, о том, как у вас это происходит сегодня. Ну, для начала давайте я расскажу немного о компании «Манго». Это международная компания, хед-офис, который находится в Барселоне. На данный момент количество магазинов нашей компании составляет около 3000 штук. Это во всем мире? Да, это во всем мире. В России количество магазинов на данный момент составляет 154 магазина. При этом примерно 50% – это корпоративные магазины и 50% – франчайзинговые. Общее количество человек в компании составляет на данный момент более 15 тысяч. При этом в России на конец 2014 года это было в районе 950 сотрудников, и мы рассчитываем, что в 2015 году уже будет более 1000. Да, крупная компания. Скажите, а как обстоят дела со складами? Ну, на данный момент все склады в основном сфокусированы непосредственно в Испании, и они обслуживают, в общем-то, все направления, все страны, с которыми работает данная компания. Расскажите про Россию и про основу дистрибьюции в России. В России на данный момент у нас нет склада длительного хранения. Все в основном происходит по системе кроссдокинга. У нас есть некоторые складские площади, которые рассчитаны под хранение материалов непосредственно для магазинов. Это оборудование, отделочные материалы. Непосредственно одежда у нас очень быстро расходится по магазинам, как только попадает на территорию России. Наши магазины расположены в 71 городе России, поэтому довольно география довольно широкая. Поставки идут регулярно. Вера, скажите, а планируете вы расширять географию бизнеса? На данный момент мы планируем открытие новых магазинов. Конечно, в связи с кризисом некоторые проекты мы приняли решение отложить, но в целом магазины открываются, и бизнес, можно сказать, процветает. То есть у вас идет рост выручки даже сейчас, вот в трудные кризисные времена? Ну, я думаю, что кризис повлиял на всех участников рынка, в том числе и на нас. Мы стараемся с этим работать, искать варианты по оптимизации, но в целом рассчитываем, что в связи с укреплением курса рубля на данный момент ситуация будет еще лучше на нашей стороне. Насколько я понимаю, одним из успехов движения в фэшн-ритейле является достаточно частая смена коллекции, и, соответственно, на вас, как человека, отвечающего за логистику во всей нашей стране, возложена очень серьезная функция быстрой доставки. Вот расскажите, как часто меняется, сколько новых товарных позиций вводится, как это происходит? У нас существует система смены коллекции. Это два раза в год происходит смена коллекции. При этом каждый месяц идет пополнение текущей коллекции, то есть не сразу весь продукт выводится в магазины, а все зависит от сезонности. Например, есть весенне-летняя коллекция, при этом она начинает продаваться уже в феврале, даже какие-то первые партии приходят уже даже в конце января. Но, естественно, мы не можем продавать купальники в феврале, хотя они входят в весенне-летнюю коллекцию. Поэтому мы начинаем поэтапно, и каждый месяц у нас происходит определенное пополнение, смена коллекции, хотя это является продуктом в рамках единой коллекции. То есть в феврале все 71 магазин должны уже иметь ассортимент весенне-летней коллекции, даже расположенные достаточно далеко?
Да, совершенно верно, но, как я уже сказала, не полностью всю коллекцию. Коллекция постепенно попадает в магазины, идет, она разделена по блокам, и в феврале идет первый блок, в марте второй блок, соответственно, эта одежда делится именно по сезонности. Мало того, мы смотрим также на географию, на непосредственно климатические условия расположения того или иного города. И даже если у нас уже по плану идет пополнение купальниками в каких-нибудь южных городах, то в северных, возможно, будет еще продаваться какие-то весенние курточки. То есть это от погоды зависит вот, в данном от регионе? От географии, да. Угу. Магазины сами регулируют, они следуют, конечно, общим правилам, тенденциям, которые непосредственно должны распространяться на все магазины, но есть некоторые исключения, адаптация, скажем так, к региону. Вера, вы сказали, что склад, с которого происходит распределение продукции по всем странам другим, находится в Барселоне. Если учесть то, что вы сказали сейчас по распределению продукции даже в России, да, такая система требует очень точного планирования. Скажите, с каким образом склад, который находится в Барселоне, справляется с такой нагрузкой? Какие применяются технологии на складе, которые позволяют это делать? В Барселоне на самом деле находится несколько складов, но один, тот, про который вы говорите, он заслуживает особого внимания. Это склад, который, можно сказать, практически полностью автоматизирован. На нем, безусловно, работают люди. Это где-то в районе 100 человек. На высокий сезон берутся временно еще около 40-60 сотрудников. Но в целом общее количество не превышает 160 человек. 160 человек? А какого размера склад? Склад занимает площадь 24 тысячи квадратных метра, и при этом склад способен в течение суток обрабатывать до 170 тысяч единиц товара. В самый пиковый сезон доходит до 450 тысяч единиц товара в сутки. Это товарных позиций или это строк отгрузки? Единиц, юнитов. То есть это склад работает по такой системе, что каждый день ночью происходит закачка информации от всех магазинов в мире о проданных позициях. Система понимает, сколько было продано товара, и так называемая система реплейнишмента начинает работать, то есть пополняемости запасов магазина. Соответственно, под утро уже готовы заказы для сотрудников, которые и система, и сотрудники понимают, сколько им надо обработать юнитов для пополнения стоков магазинов. И система начинает давать указания, какие коробки подобрать, сколько из каждой коробки нужно вытащить единиц товара. И работники видят на своих мониторах, берут необходимое количество нужного товара, складывают его в коробки, запаковывают, маркируют и отправляют, соответственно, во все страны мира. То есть фактически склад почти полностью роботизирован? Да, там очень мало людей работают? Да, и те люди, которые там работают, они в основном либо следят за, контролируют работу системы и устраняют какие-либо неполадки, либо они контролируют выборочно качество и корректность подобранного товара непосредственно с помощью системы. Это уже делается вручную, эта проверка. Либо выполняют простейшие операции именно по подбору юнитов, но при этом система полностью дает команды, сколько из какой коробки нужно взять единиц, сама привозит нужный размер, нужный цвет и выдает непосредственно команду, сколько чего подобрать. А, знаете, Вер, помимо фантастической производительности вашего нового склада, мы еще читали про какое-то вот таинственное место с окном. Вот не могли бы вы про него рассказать? Да, там есть, ну,
можно сказать, впечатляющее зрелище. Вроде бы, когда заходишь в склад, все выглядит довольно стандартно, идут автоматизированные линии, закрытые помещения, но есть одно место, которое поражает, конечно, своей необычностью и, можно сказать, красотой индустриальной. Там как раз есть место с прозрачным окном, с прекрасным видом на зелень, на горы. И вокруг со всех сторон работают роботы, которые ездят по узким рядам, достают коробки. Вокруг все движется, все шумит, все работает как часы. В общем, это впечатляет. Мало того, мне рассказывали о том, что это было специально, так как у нас компания Fashion, работает много дизайнеров, очень много этому внимания уделяется, красоте. Вот эта картинка была разработана специально для того, чтобы впечатлять. То есть даже система складского хранения, обслуживания у нас сделана со вкусом, можно сказать. Слушайте, это очень здорово, что вот разработчики даже такого индустриального объекта думают о людях, думают о том, как им там работать. Это очень приятно и очень важно. Вера, расскажите про конфигурацию склада. Как работает система, которая установлена на нем? Высота склада примерно 18 метров. При этом длина каждого ряда около 100 метров. Там не ездит никакая техника, управляемая людьми, это довольно узкие ряды. В каждом ряде ездит робот по рельсам, и система дает ему команду, и он может находить любую ячейку по высоте и по длине, соответственно, находит нужную коробку, забирает ее, привозит на распределительную платформу, и дальше она уже едет по конвейерной линии. Причем линия идет одна по всему складу, и она рассчитана сразу на несколько функций. То есть это и на приемку входящего потока, на распределение того, что уже есть на складе, именно для забора необходимых единиц товара, именно для подбора заказов, и, соответственно, для отправки на нужное место хранения уже отработанных коробок, которые уже больше не понадобятся. Знаете, очень интересно про склад, и мы сейчас уйдем на рекламу, и потом продолжим дискуссию. Спасибо. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на рекламу. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы продолжаем программу «Логистика 2.0», и в студии ее ведущие Ольга Ишинина и Кирилл Власов. Еще раз здравствуйте. А я напомню, что сегодня у нас в гостях Вера Феченко, Country Operational Manager компании «Манго Раша». Здравствуйте. Вера, мы говорили про ваш замечательный склад в Барселоне, и склад полностью роботизирован, там идет очень большой объем операций, и мне очень интересно, вот сами детали процесса, вот в одну линию идет один робот или их заходит сразу несколько? Да, в каждом коридоре работает только один робот, который может находить адреса всех ячеек, которые там расположены с двух сторон. Он ездит по направляющим, по рельсам, и, исходя из команды системы, находит нужную ячейку, достает коробку, привозит, забирает ту, которая уже отработана, и ставит на место. Знаете, несмотря на санкции, российский рынок продолжает оставаться значимым для многих иностранных производителей, и обычно эта цифра колеблется между 15% и 30% всех объемов продаж. Вот для компании «Манго» насколько значим российский рынок? Для компании «Манго», безусловно, российский рынок является одним из наиболее значимых, одним из приоритетных. Как я уже сказала, у нас насчитывает 154 магазина, и в этом году будет более 1000 сотрудников. Поэтому, в общем-то, мы составляем довольно значительную долю всего дохода компании.
наверное, это не случайно, российские женщины во всем мире славятся своей любовью к покупкам. И что не может, ну, как бы не заинтересовать, это то, что более 80% сотрудников компании «Манго» – это женщины. Как вы считаете, есть ли отличия в некой такой женской логистике, да? То есть, потому что изначально логистика ассоциируется как мужская профессия. Вы представляете логистику в России, и вы женщина. На ваш взгляд, какие отличия? Ну, на самом деле, здесь мы являемся заложниками статистики, безусловно, большую долю сотрудников компании действительно составляют женщины. Но в основном все они находятся именно в наших магазинах, являются лицом компании. Хотя это не значит, что мы не принимаем на работу молодых людей. С радостью, милости просим. Вот. Что же говорить именно о сотрудниках офиса, которые непосредственно занимаются и в том числе и логистикой, то здесь я бы сказала, что где-то 50 на 50. То есть у нас довольно уравновешенный коллектив. Да, в России, в общем-то, я являюсь на данный момент единственным представителем логистики, но вся основная команда расположена именно в Барселоне, и там есть как и мужчины, так и женщины, поэтому коллектив довольно такой уравновешенный. Ваши коллекции часто меняются и, безусловно, не продаются, наверное, под 100%. Кроме того, вы работаете с крупными интернет-магазинами и, конечно, там случаются возвраты. Вот давайте про возвратную логистику немножко поговорим. Безусловно, если говорить о именно об интернет-продажах, у нас доля рынка на текущий момент именно интернет-продаж в России составляет более 20%. Мы сотрудничаем с такими крупными партнерами в интернет-бизнесе, как LaModa, Wildberries. Сейчас ведем переговоры с новыми партнерами, пока не буду разглашать их название. Но также у нас есть собственный интернет-магазин, который включает в себя как текущую коллекцию, так и аутлет. Вот вы задали вопрос в том числе про прошлые коллекции, все ли распродается. Те вещи, которые не успели распродаться в течение сезона, у нас существует целая система. Мы отправляем централизованно из каждого магазина остатки, и они уходят в наши собственные аутлеты, которые расположены на территории Москвы, Подмосковья и в некоторых городах России. Мы доставляем эти коллекции туда, там они продаются, и если что-то не успело распродаться, то у нас есть также партнеры, которые выкупают эти остатки и распродают их уже дальше по сети своих магазинов. Такой партнер, как сеть магазинов «Фамилия», к примеру. Если говорить о возвратах интернет-магазинов, то, в общем-то, ни для кого не секрет, интернет-бизнес, он подразумевает под собой большое количество возвратов. У нас очень удобная система, ну, я не говорю сейчас про LaModa, про наших партнеров, у них собственные правила работы. Наш магазин интернет, он принимает возвраты, через некоторое время деньги возвращаются покупателю, но процент составляет около 50% возвратов. Ну, это, в общем-то, стандартная практика для магазинов подобного рода. 50%? Да, это нормальная практика. Что интересно, хотелось бы заметить, что несмотря на то, что у нас есть интернет-бизнес именно через наших партнеров, как я уже упомянула, при этом ценовая политика компании заключается в том, что цены на нашу продукцию, они равны в любом магазине компании, либо в любом магазине-партнере, цены едины. Как вы считаете, что будет драйвером вашего будущего развития? В первую очередь это интернет-магазины или это будет там новые франчайзи и развитие собственной сети? Ну, вы знаете, доля интернет-бизнеса, она, безусловно, растет. За последний год она выросла на 7%.
и сейчас уже составляет больше 22% от общей доли продаж непосредственно в России. Поэтому, конечно же, одна из перспективных отраслей, в которых мы могли бы развиваться, это интернет e-commerce, интернет-бизнес. Безусловно, у нас есть широкая сеть наших франчайзинговых магазинов, которые помогают нести наш бренд по стране. И мы очень большое внимание уделяем развитию, в том числе и наших собственных корпоративных магазинов. Сейчас намечается такая тенденция открытия мегасторов. Это магазины общей площадью 1500-2000 квадратных метров. В этих магазинах мы можем расположить сразу несколько наших торговых марок. Это Mango He, Mango She, Mango Kids. Есть еще Виолетта и Mango Sport. Соответственно, потребитель, когда заходит в магазин, он может купить продукцию, можно сказать, для всей своей семьи. Наслаждаться. Спасибо, Вера, за интересный рассказ. Скажите, пожалуйста, а как вы пришли в логистику? Каков был этот путь? Почему именно ваш выбор пал на эту отрасль, на эти задачи? Ну, в логистику я пришла уже очень много лет назад, больше 14. Начинала с, в общем-то, с самых азов, работала простым оператором в русско-французской компании, очень маленькой. И, в общем-то, вся моя деятельность заключалась в том, что я забивала заказы в систему. Вот. Проработала там 3 года и приняла решение, что хочется как-то уже развиваться. Мне на тот момент было где-то около 20 лет, и я попала в компанию Philips. В компании Philips я уже занималась организацией перевозок из Австрии в Россию. Постепенно участвовала в различных проектах, имплементации SAP-а для разных подразделений. И проработав 11,5 лет в компании, закончила я свою карьеру в компании Philips в качестве руководителя отдела транспорта. Отвечала за все транспортные активности компании на территории России. И сейчас вот новый этап моей жизни, компания Mango, где я уже отвечаю за все логистические процессы компании. В общем-то, очень интересно, не жалею и очень нравится. Вы настолько вовлечены в этот процесс, в эту работу. Видно, что вам это нравится. Вы своим детям хотели бы такого же будущего? Ну, дети, можно сказать, буквально сегодня задали мне вопрос: мама, почему у тебя такое сложное название твоей профессии, почему ты не продавщица мороженого? Вот, потому что им было бы, наверное, проще запомнить. Я думаю, что я не буду настаивать на каком-то выборе. Я думаю, что каждый должен делать свой выбор сам, тем более в том числе я тоже свой выбор сделала сама, потому что мои родители даже не представляют, что такое логистика. Вот, поэтому как у них сложится, просто хочется, чтобы они были счастливы и рады тому, чем они будут заниматься. А чем именно, это уже, я думаю, их выбор. Вера, в первой части нашей программы вы рассказывали про оптимизацию, про развитие. Вот как вы видите, куда идет компания Mango? Компания имеет амбициозные планы по увеличению количества своих магазинов. В этом году планируется открыть 75 новых магазинов по всему миру. Компания готова инвестировать около 300 миллионов евро вот, в развитие новых магазинов и реновацию уже существующих. Помимо этого, если говорить про Россию, мы постоянно стремимся к оптимизации наших процессов, особенно в логистике, к улучшению эффективности. Например, в ближайшее время, буквально на днях, мы планируем запустить глобальный, можно сказать, маркет-скан, сканирование рынка логистических услуг для того, чтобы понять, где мы сейчас находимся с текущими нашими партнерами, какие есть на рынке новые игроки. И рассчитываем, что это поможет нам оптимизировать еще больше нашу логистику, если говорить о транспорте. Помимо этого, мы постоянно предпринимаем действия по уже улучшению текущей логистики. Например,
как я уже говорила, на каждодневной основе происходит реплэнишмент. Это означает, что и на ежедневной основе к нам приходят короба с продукцией для пополнения магазинов, но сами, наверное, понимаете, что не всегда эффективно, например, в Новосибирск по одной коробочке доставлять каждый день. Вот, поэтому мы приняли для себя решение, что для определенного списка городов мы консолидируем наши поставки и с определенной регулярностью их отсюда отправляем. Это позволяет нам добиваться большей эффективности в наших логистических затратах. Спасибо. А, дорогие телезрители, вы смотрели программу «Логистика 2.0». А в гостях у нас сегодня была Вера Феченко, Country Operations Manager компании «Манго». А вели передачу Ольга Ишенина и Кирилл Влас. До свидания.